Привет! Привет! Ну вот и Андрей идет. Со своей красавицей. Господи! Да ну какая там красавица? А он ничего. Можешь отбить? А? Запросто. Давай. Прошу. Привет. Привет. А это что такое? Все в порядке. Ребят, где вы пропадаете? Ждем вас, ждем. Здравствуйте. Проходите, проходите, проходите. Знаешь, сколько я ее ждал? Сколько? Сколько? Всю жизнь. И ждать обязан. О! Привет, здравствуйте. Ой-ой. Прошу садиться. Разрешите представить. Это Люда. Это Андрей. Очень приятно. А это Оля, Машкина подруга. Очень хорошая девушка. Кстати, поедет с нами. Буду вас пятым колесом в телеге. Не возражаете? Конечно, нет. А вы? Я? Да. Вы. Он тоже за. Правда, Андрей? Конечно. Ну, разумеется. Я за. Ну, раз никто не возражает, давайте... Танцевать. Пойдем танцевать. Люд, ты не скучай, ешь витамины. Ты что там сидишь? Танцуй с нами. В тесноте, да не в обиде. Спасибо. Я устала сегодня. Она не может вынести мук возлюбленного. И показывает, где прячется Анджелотти. Каварадоси грозит казнь. И вот здесь Пуччини находит новые краски, чтобы передать страдания своего героя. Можно к вам? Заходи, Людочка, садись.